Альбом «Автоматизация звука Р» с Дедом Морозом. Новогодняя серия. У нас спешит Дед Мороз к Снегурочке. Мы произносим слоги вместе с дракончиком. Ра-ро-ру-ры. Переходим к закрытым. Также может бегать дракончик более сложным. Здесь у нас капельки. Называем правильно слоги. Бра, бро, бру и бры. Дальше идут более сложные. Вра, гра, типа, да, мра. Вот этот тип слогов. Дальше идет задание на переключение. Дра, дро, дра, дро и так далее. Можно другие слоги ребенку показать, предложить. Да, ребенок делает эти упражнения. Что в бороде у Деда Мороза? Автоматизируем, либо просто называем слова, либо составляем целое уже предложение. Универсальное задание, согласитесь, очень удобно. Что на колпаке у Деда Мороза? Мы можем называть и закрывать. Можем вот такими пуговичками, можно камешками. Так, в мешке у Деда Мороза, опять же, называем, подсказки есть ниже для вас. Дед Мороз дарит, что он дарит, мы называем, можем закрывать, вот так вот, да, что мы называем. Можно находить эти подарки, игры для вас, какие угодно. На варежке, например, что на варежке у Деда Мороза спряталось? Мы сначала закрываем, да, все предметы, а ребенок открывает и говорит, что он нашел. Я нашел мухомор, я нашел морковку и так далее. Подсказки со словами у вас есть. Повторяем чистоговорки. Здесь у нас идут словосочетания, которые с ребенком. И опять же, вот это вот оценочный мешочек такой здесь у нас. Повторяй более сложные чистоговорки для ребят. Повторяем стихи. А, нет, здесь предложение. Здесь предложение, опять же, оценочный мешочек. Роман починил Деду Морозу и называем, что он починил. Игра. Повтори стихи для Дедушки Мороза. И здесь еще вот стихи для Дедушки Мороза. Вот такой альбом.